Добрый день! С вами программа «Мировая рыбалка», и сегодня мы ловим на Сейшельских островах. Ну что ж, давайте начнем. Блюфин. О, начали рыбалку с небольшого блюфинчика такого, масенького совсем. Опа. Ну, надо быстро отпустить его. Рыбка небольшая. Но, тем не менее, вот первая поклевка. Первая поклевка. Небольшой блюфин. Видим, что активность рыбы есть. Будем работать сейчас по ней. О, сейчас мы его быстренько отпустим. Али, давай его сюда. Окей. Окей, продолжаем. Мы сейчас встали остров Сен-Пьер. Здесь длинный язык уходит в океан. Длинный язык мелководья. От этого острова встали на некрупную рыбу. О! Как я и говорил, ловим на небольшие приманки. Я ловлю на небольшой воблер с лопаточек, с маленьким заглублением. Ну, твичу его. Рыба клюет практически постоянно. Вот. От небольшой GT. Вот. Но здесь, кроме мелкой рыбы, конечно, есть и хорошая трофейная. Вот. Али, сними. Вот. Просто мелкой рыбы всегда больше. И поэтому на одну трофейную рыбу надо поймать там несколько мелких. Вот. Будем двигаться по этой косе. Будем работать на глубине где-то от 10 до 20 метров. Ну и пытаться ловить рыбу. А что уже поймаем, вы увидите. Маленький каранкс. Попался. Их здесь достаточно много. Ну, есть и большие, будем ловить больших. Вот, активная рыба, хороший хищник. Вот. Попросим его позвать бабушку. И, соответственно, отпустим. Зови свою бабушку. Вот так. Посмотрим там. Ой, небольшая тоже рыбка. О, барракуда. Окей, до свидания, барракуда. Это называется автоматикал релиз. То есть ушла без того, чтобы мы ее отпускали. Великолепно. Ну и не хочется ее брать. Небольшая рыба. Но тем не менее клюнул хорошо. Продолжаем. О, поклевка. Третий заброс, третья поклевка. Классно вообще. О, сидит. Убежала. Тунчик. Да, тунчик. Вот ты видел, да? Володя видел тунец. Работаем. О, сразу поклевка. Как только упала приманка, выход рыбы — удар, но не села. Подошли к этому месту, потому что видели активность. Рыба сама не скакала, не прыгала, а малек разлетался в стороны. Решили проверить просто местечко. Ну вот под мальком оказалась как раз рыба.
вот в кастинг села рыба. Пока я его вытаскиваю, я вам расскажу про сленг наш. Используем много сленговых слов. Очень часто говорим елофин. Елофин – это желтоперый тунец. А бабон – на самом деле это коралл траут. Доктус – это собакозубый тунец. Ну, редснеппер – он так и идет, редснеппер. GT – это giant travelly, ну, большой путешественник. Это каранкс из семейства каранксов. А буду вспоминать и пытаться переводить вам всякие сленговые слова, чтобы, ну, вы были в курсе наших событий. И иногда мы говорим фразы эти, нам-то они понятны. Вот, и мы уже привыкли общаться на этом языке. Вот. Но часто вот простым людям бывает там, ну, неясно, что такое елофин, что такое доктус. Ну, вот, теперь я объяснил. Вот, а тем временем я уже подтягиваю рыбу. Кидал здесь огромный стик. Вот, решил поставить небольшой воблерочек. Очень много ходила рядом рыба ваха. Вот, и вот буквально с пятого заброса раз поклевка. Сейчас мы посмотрим, кто там. Ну, это, наверное, не ваха. А скорее всего это елофин. А елофин, я вам уже говорил, это желтоперый тунец. Подкрутим. Зашел за лодку. Прям под лодкой стоит. Сейчас мы уже не будем форсировать события. Рыба рядом. Неплохой елофин. Вот мы его видим уже. О, отличный размер. Отличный. Ни большой, ни маленький. Очень хороший размер. Вот так. No. Tail. Хороший размер. Великолепный елофин, желтоперый тунец. Вот. Для всей команды сделаем сашими. Вот. Поэтому эту рыбу мы забираем. В основном 99% рыб мы отпускаем. Но вкусное что-то мы, конечно, берем. Продолжаем наш путь к заветной нашей мечте. Это остров Провиденс, где мы будем как бы заниматься ловлей рыбы, пытаться любительскими снастями поймать всякую разную рыбу, которая водится в этих широтах. За моей спиной уже видна наша точка. Вот, это наша стартовая точка. Остров Сёрф. Мы будем двигаться от острова Сёрф в сторону острова Провиденс. Длина рифа составляет в районе 30 километров. И в нескольких точках мы будем ловить рыбу. То есть мы не будем стоять на месте, мы будем постоянно перемещаться. Вот. И где, соответственно, мы найдем большее количество рыбы, там мы как бы будем останавливаться. Вот. Сегодняшний наш день начался с того, что мы приехали в местный аэропорт, в местных авиалиний, загрузились, взвешивали багаж, прошли регистрацию. Ну и вылетели сюда. Летели мы сюда 1:40. Приземлялись мы на аэродроме остров Фархуа. На острове Фархуа мы увидели ужасную картину. Полтора года назад здесь был очень сильный циклон, серьезный сильный циклон. И из зеленого цветущего острова он практически превратился в пустыню. Сломанные деревья, поваленные вышки. Ну, конечно,
Очень жалко, но это природа, с этим ничего не сделаешь. А при подъезде к нашему маленькому боту, на котором мы должны были доехать до катамарана, ну и на котором мы доехали в итоге, мы увидели стаю GT. Это местная рыба, ее здесь немного подкармливают, но ее не ловят. И она здесь постоянно как бы находится. Это достопримечательность для тех туристов, которые сюда приезжают. Очень интересные рыбы. Они, нельзя сказать, что они домашние, это дикая рыба. И я пытался там спровоцировать эту рыбу, но ловить ее нельзя, поэтому просто кинул кусок черепицы. Были атаки и нападения. Вот. И хочется сказать, что несмотря на эту сильную бурю, на этот циклон, я увидел крест, который уцелел. После того, когда прошел сильнейший циклон, причем прошел он по острову два раза, но крест остался. Крест остался, и он стоит, и я считаю, что это очень добрый знак для этих мест. Мы находимся на прекрасной нашей яхте, где будем жить. Вот. На этой яхте мы не будем рыбачить, ну, немножко только вечером, когда будем стоять, так как у яхты есть три лодки, скоростные боты, на которых мы будем разъезжаться в разные места. Это позволит нам более маневренно облавливать все места. Вот. И мы надеемся на хороший результат, который, я думаю, мы вам покажем. Великолепный бабон, шикарный. Вот, если сказать, поднялся, взял я его в кастинг. Хорошая рыба. О, отличная рыба, это бабон, местное название. Вообще английское название coral trout. Взял в заброс на небольшой воблер. Очень вкусная рыба, но мы не будем ее брать. Вот пока она свежая, мы сейчас ее отпустим. Посмотрите, какой он красивый, какие у него синие пятнышки, плавнички. Рыба достаточно смирная, спокойно лежит. Ну, просто красавица. Все, отпускаем. Спасибо тебе, рыба, за хорошую поклевку. Все, пока. Иди домой. Программа «Мировая рыбалка». Ну что же, сейчас мы работаем в каст. Много поклевок, не крупной рыбы. Ну, вот этот бабон, я тоже считаю, что это не крупная рыба, но очень красивый, боец. Вот, мы продолжаем. Ловим только в кастинг, потому как рыба активна. Будем стараться дальше что-то поймать покрупнее и вам показать. Прекрасно, в заброс. Ну, можно сказать, через заброс клюет, он небольшой бонита. Сейчас отпустим его. Ага, плес-релес. Ну, я утрирую, конечно, через заброс. Ну, каждый пятый – это 100% поклевка. Кстати, вот у меня на этот воблер постоянно хлопает, идут поклевки. А Володя ловит на более тяжелые. Ну, у него поклевки реже, но рыба такая же по размеру. Обратите внимание, у этого воблера маленькая лопатка. Он именно такой для кастинга и несложный в проводке, то есть не тяжелый. Маленькая рыбешка с маленькой лопаткой догружается до метра. Но тройники на нем надо менять. Вот я меняю сюда побольше, ставлю тройник, наконец поменьше. Вот. И, в принципе, он работает по любой рыбе. Моя любимая насадка. Хотя я использую разные насадки, очень много насадок. Я вам дальнейшее об этом расскажу и покажу. Дабл. Какая прелесть вообще. Так вот. Ой-ой-ой. О. У меня небольшая
но упертая бонитка. О, вожда, кудбай. Рядышком увидели снова движение рыбы, решили сменить место, подъехали. Двигался малек, разлетался в разные стороны. И увидели небольших тунцов. Подъехали. Сразу два заброса, две поклевки. У меня был бонит, это точно, потому что он сошел около лодки, я его видел. У Володи была рыба посерьезней. Вот. Но мы ее не видели, она ушла достаточно далеко. Сейчас будем смотреть снова на воду, ориентироваться. Снова, если увидим какое-то движение на воде, туда подъедем. Вот, продолжим рыбалку. Но рыбачим в кастинг. Пока еще вот не заряжали джиггинг. Вот. Будем продолжать. Вот он берет. Смотрите, как красиво. Вот дабл. Снова дабл. Два заброса. Два тунца. О, прекрасно. Отличный елофин. Вот. Чуть увидели движение, подъехали, взяли. Снова дабл. Это великолепно. И они здесь еще есть. Вот Волк сейчас занимается вываживанием. Ну, я думаю, что у него такой же. Может, чуть покрупнее. Вот два таких тунца. Они примерно одинаковые. Вот, красавцы. Не стали мы держать второго тунца для того, чтобы не мучить рыбу. Все, отпускаем. Не мучаем рыбу, отпускаем. Все. Отлично! Ну, блин, великолепная рыбалка. Великолепная рыбалка. Я напоминаю, это Сейшелы и программа «Мировая рыбалка». Мы продолжаем наше путешествие, мы продолжаем рыбалку. Мы сейчас здесь еще немножко покидаем, и, скорее всего, мы будем перемещаться. То есть смотреть на воду и перемещаться в сторону движения, какого-либо движения. Вот. И стараться снова кого-то поймать. Мы снова подошли к той точке, где ловили тунцов, и сменили тактику. Сейчас ветер нас прижимает к острову, поэтому нам необходимо сначала становиться на глубину, и нас сносит на мель. Работаем вдвоем. Володя кидает кастинг, я работаю джиггингом. Вот. И когда нас прижимает уже к мели, когда глубина уже уходит меньше 50, работаем вдвоем кастингом. Ну вот, пока вот ходим так, будем снова выбирать ловить лесенкой. То есть лесенкой, то есть мы берем точку, на нее второй раз не возвращаемся. Возвращаемся только в том случае, если там цепляем рыбу. А так проезжаем расстояние, там 100-200 метров, снова берем точку и снова нас прижимает к берегу. То есть вот лесенка такая. Глубина 120 метров здесь. Я по отметкам опускаю где-то метров 110. Вот. Пытаюсь не доставать дна, чтобы не ловить групперов. Пролавливаю толщу воды, пытаясь ловить только тунца. Ну, пелагика. Вот. Поэтому перехожу сразу на быструю проводку. В надежде, что клюнет тунец. Джобфиш.
красивая рыба. Название Jobfish. Очень вкусная. Это небольшой экземпляр. Опа. Следующий заброс. Следующая рыба. Какой-то клондайк. На самом деле, все равно мы смотрим на воду. Подъезжаем в те места, где видим какое-то движение. Это могут быть птицы. Это могут быть просто рыбы. Бывает визуально тунец, прям видно, как он скачет. Уже устал. Это док маленький. Небольшой док. Окей. Ладно. Goodbye. Значит, вот сейчас у нас была поймана вся рыба в заброс, в кастинг. Вот, немножко осталось 40 минут времени до конца рыбалки, будет садиться солнце. Вот, хотим просто размяться, уже устали кидать. Сейчас зашли на глубину, хотим поискать дога, елофина, ну, в джиггинг. Вот, вот встали мы на точку, сейчас начнем. Если что, мы все покажем. Сидит, поймал. Стали джиговать, достал до дна, получил поклевку. Думаю, что группер. Хотел, конечно, тунца половить, но вот. Теперь будут тащить то, что есть. Ну так что-то сопротивляется, не похоже на группер. Обычно группер его поднимаешь, он перестает сопротивляться. Я уже поднял метров на 30 его. Тунцы тоже часто попадаются прям со дна. Вот. Да. Хорошая рыба. Очень вкусная. Покажи. Подожди, стой, стой, стой. Али, секунду. Это сильвермауф. Она такая рыба, которая сопротивляется практически до конца. Очень вкусная рыба, великолепная. Ну, будем отпускать ее, потому что вкусную рыбу мы уже много поймали. Уже сказывается качка. И... рыбалка уже так, ну, силы подустал, вот, поэтому бывает качает. Отпускаем рыбу. Все, пока. День сегодняшний заканчивается, у нас там последние 15 минут рыбалки. Хочется подытожить весь сегодняшний день. После обеда мы вышли, переоделись. Ловили только в кастинг. То есть сегодня мы вставали на точку, где было глубоко, и ветер нас нес на остров. То есть мы с глубины уходили на мель. Как только мы подходили к глубине, там, ну, условно, там 40 метров, мы брали кастинг, работали в заброс. Считаю, великолепная рыбалка. Сейчас последние полчаса мы пробовали джиггинг. Подняли одну рыбу, сильвермауфа. Больше поклевок не было. Завершаем рыбалку. Считаем, что день был сегодня условно просто очень урожайный. На рыбу много видов. Вот. И все отлично. Очень устали. Очень устали. Надо отдохнуть и зарядиться бодростью на следующий день. С вами была программа «Мировая рыбалка». Мы прощаемся с вами. До новых встреч.